В этом уроке мы рассмотрим такую тему, как ориентация на улице. Мы рассмотрим очень важные глаголы передвижения. Вы после проработки этого урока сможете спросить, как вам добраться до определенного места каким транспортом и так далее. И, собственно, и понять, что вам ответят. Также вы сами сможете кому-то помочь, если вас спросят, как добраться туда-то, туда-то, туда-то. Хорошо. Итак, давайте рассмотрим первый глагол «движение». Добираться, достигать какого-либо места. Erreichen. Erreichen. Этот глагол управляет падежом акузатив. Erreichen – это достигать. Основное значение – достигать. Может быть, цели, может быть, место. Но также можно перевести как «добираться до» какого-то места. Единственное, что вам не нужно будет с этим глаголом в немецком языке говорить до, предлог до. Он просто не нужен. Вы будете сразу же говорить то место, куда вы добираетесь, вставить акузатию, без предлога до. Как мне добраться до центра города? Wie их ich bitte das Stadtzentrum? Дословно, как достигну я э, в, ну, бит это вежливая форма, да, просто. И гайхи битаем, как я достигну э, центр города, да, центра города. Да, с штат центром стоит в Аккузативе. Сколько мне нужно времени, чтобы добраться до Маринштрассе? Wie viel Zeit brauche ich, um zu erreichen? Помните, у нас был такой инфинитивный оборот «умцу», да? «Чтобы». «Ум» переводится как «чтобы». И в конец ставится глагол в инфинитиве, а перед ним «цу». Хорошо. И, собственно, давайте посмотрим, что у нас здесь. «Чтобы добраться до Маринштрасс, Как видите, «до» у нас есть, но в немецком языке с этим глаголом нам «до» не нужно. Мы просто ставим, да, то место, куда мы хотим добраться в аккузатив. Мариенштрассе. Подразумевается, что Ди Марьенштрасы. Название улицы можно иногда опустить. Можно сказать Ди Мариенштрасса, Можно вообще не говорить ди. С первым гладулом понятно, да? Например, давайте несколько объектов, да, например, вокзал, да, вокзал, аэропорт. Как мне добраться до вокзала? Как будет вокзал? Дебанхов. Дебанхов. Итак, как мне добраться до вокзала? Ви эйхих den Bahnhof? самостоятельно. Wie heiße ich bitte Если там, например, центральный вокзал. Wie heiße ich bitte den Hauptbahnhof? Хорошо. Как мне добраться до аэропорта? Как у нас будет аэропорт? Der да, флюкхафен. Как мне добраться до аэропорта? В Айхи их Здесь должно быть все понятно. Пускай будет äh, еще один пример. Эм, как мне добраться до Александр Плац? Александр Плац? В основе слова «плац», да? Это мужской род «плац». «Де Александр Плац». Значит, как мы скажем, как мне добраться до Александра Плац? «Ве айхей бите ден Александр Плац». Можно вообще без артикля. «Ве айхей бите Александр Плац». Идем дальше. Второй вариант, как это можно сказать, добираться, доходить, добираться, доезжать. Неважно, каким образом, но ну, достичь цели, да, какого-то места. Common, глагол common. Вы знаете значение глагола common как приходить, да? Но если это применяется в контексте какого-то места, добраться, то оно ну, переводится как добираться и обязательно цу. Предлог цу, после которого датив. Да, мы ставим а, существенно в датив. Как мне добраться до метро? Викома их бита цур убан. Цур это сокращенно от цу Да? Убан какого рода? женского, Д. У. да, да? Существительное, которое имеет в своем основе бан слово. значит, бан, Д. Бан, С. Бан. Они всегда женского рода. И. Д. в дативе, как того вот требует предлог Цу. Изменяется на Д. Можно сказать сокращенно Цур. Да? Вот так. Векома их отцуа убан. Конечно, вы можете сказать и с модальным глаголом. Как я могу добраться, да? Давайте скажем. Как я могу добраться до метро? Тогда у нас первый глагол будет модальный, да? Кёнен согласовал нас. Я. А второй куда пойдет глагол? В конец предложения. В какой форме? в инфинитив. Отлично. Сами скажите. Wie kann ich zur U-Bahn kommen? Еще раз. Wie kann ich zur U-Bahn kommen? Окей, okay, шаунзималь. Есть. Дальше смотрим. Дети добираются в школу пешком. Дкинда Эгайхен. Можно сказать, да? Первый вариант. Die Schule zu цуфус. А как мы скажем, скомон. Дкинда коман. А потом э, добираются в школу. В нам не нужно говорить, как IN. Нам нужно применить Су. common, если женский род, да, то место, куда мы добираемся женского рода, то будет всегда ЦУ плюс Д. Сокращенно будет ЦУО. Декиндакомен Цуо Шуля цуфус. Пешком. Цуфус. То есть до, э, дословно будет э, до как, не нужно цу, а именно просто при, э, применяем предлог, э, не, не нужно бис, извиняюсь, да, которая переводится как до, применяем предлог цу, common, цу. Хорошо, значит, и Райхен и common, два основных глагола, которые охватывают 90%, ну, грубо говоря, практически все случаи, как мы добираемся туда-то или туда-то. Идем дальше, «заворачивать», глагол «оббигн», big «об» – приставка отделяемая, то есть если он один в предложении, да, то «об» отделится и пойдет в конец. Третья форма для прошедшего времени звучит как «абгебогн». например, сверните направо. Beginzen nach рейхц Как видите, ап отделилась. Это повелительное наклонение beginzen, то есть заверните или сверните «Нах рейхц направо. Можно, в принципе, без nach просто beginzen рейхц ab такая более сокращенная форма разговорная, тоже возможно. Хорошо. Сверните на Линденштрассе. Begin the in the Lindenstraße up. Значит, смотрите. Что касается направо-налево, это будет с предлогом nach. Nach rechts, nach links и так далее. Если у нас какое-то существительное, если у нас какое-то существительное... Ну да, здесь не существительное. А Линденштрасса, например, это существительное. Например, на улицу свернуть, это будет в улицу, да, если перевести предлог in. Begin the in the Lindenstrasse up. Мы не говорим auf, А in, in die Сверните в Линденштрассе дословно, да? И in die, потому что здесь куда? Аккузатив. ди в первом птиже номинатив и в аккузатив неизменная. Она так и остается. ди Давайте посмотрим, как будет в прошедшем времени. Я сразу свернул на Линденштрассе. Ich bin gleich in die Lindenstraße abgebogen. Заворачивать – это движение. Это считается, что ярко выражено движение. Изменение, да, такое. Поэтому здесь именно вспомогательный глагол sein. Да, согласовали его с подлежащим ich. И получилось bin. Ich bin gleich сразу же in die Lindenstraße abgebogen. Третья форма да, которая нужна для прошедшего времени. Perfect. Хорошо. Сверните в первый поворот налево. Begin Sie in the erste nach links up. Поворот можно, а если это в городе, то это поворот как так как улица, можно сказать. Сверните на вот на первую улицу, в первую улицу заверните, да? in die erste Straße nach links ab. Второй вариант, как это можно сказать, не применять глагол abbiegen, а применить глагол nehmen, брать. Nehmen Sie die erste nach links. Точно так же, как у нас в русском языке говорится, возьмите вправо, возьмите влево, да, иногда так говорят. Также можно и сказать в немецком языке тогда нам уже предлог in не нужен. Просто nehmen Sie die erste Straße links oder links. То есть первая улица, можно перевести как поворот, да, мы ставим в аккузатив и никаких предлогов перед ней нету. Nehmen Sie die erste Straße. Например, сверните на Мариенштрассе nehmen Sie Marienstraße. Там, например, идите прямо, aus, марин А потом äh, возьмите, ну, дословно возьмите Marienstraße, а можно перевести как сверните на марин Но Но также вы должны знать и форму abbiegen. Да? аус», aus, und dann biegen Sie in die Хорошо еще один вариант, который нам нужна, вернее, не вариант, а э, выражение э, свернуть за угол. Um die Ecke. Идите прямо, потом сверните налево, на, на, за угол налево, например. Gehen Sie gerade aus und dann ä, sie um die Ecke links up. Выражение прямо и так далее мы еще сейчас будем разбирать, поэтому не переживайте. Итак, не, не смотрите на презентацию. Теперь скажите мне, как будет заворачивать. Abgiggen. Третья форма. Abgebogen. Uh -huh. Я свернул. Ich bin abgebogen. Uh -huh. uh, заверните. Begin Sie ab. Begin Sie ab. Begin Sie rechts ab. Begin sie links ab. Хорошо. Теперь э, сверните на Маринштрассе. Beginnen Sie in die В, да? Идем дальше. Хорошо. Может быть улицы, которые поднимаются, да, на какую-то возвышенность или на бы, ну и те же улицы спускаются, да? Подниматься вверх или вниз если вы идете пешком, да, это hin aufgehen и hin abgehen. Эти приставки вам уже знакомы по словам hin aufsteigen, hin да, подниматься по лестнице, например, или также э, подниматься или опускаться на лифте, здесь ехать, да, в основе глагол э, fahren, hin auffahren, hin Здесь это касается улиц. Да? Поднимитесь вверх по этой улице. Гензи дизе штраса хинауф. Гензи diese штраса хинауф. То есть, это улица. Так же, как помните, у нас лестница была. Здесь нам не нужно говорить по какой-то предлог. Просто идите это улица и Хинауф как вверх, да? гензидизе Хинауф. Вы должны спуститься по «хохвейк» до Мариенштрасс. Хохвек название, да, такое вот улицы. Итак, вы должны спуститься по Хохвек за Мисен Хохвек до Мариенштрасс. без Marienstrasse hinabgehen. здесь все понятно, да? До какого-то места у нас, если, например, добираться, то common to. Если у нас глагола common нету, можно говорить bis. Хорошо, давайте дальше. По правой стороне. Auf der rechten Straßenseite давайте разберем. Сторона у нас будет дизайте. Дизайте. Uh, улица Диштрасса, да? Соединяем эти, uh, эти два существительных. зайта и Штрассе. Straße. Получается Штрассен Зайте. Штрассен n соединительная. То есть здесь мы штрассен. Вот так. И за это. То есть по правой стороне улицы, да? Более точно. Хорошо. Если в русском языке мы говорим сторона улицы, в немецком языке говорится Улицы сторона. Да? Сначала Штрассен, а потом Зайте. Штрассен Зайте. Хорошо. По правой стороне. Это на правой стороне. Это нужно запомнить. Здесь какого-то логического объяснения, почему именно так нету. Эту вещь мы запоминаем. По правой стороне это на правой стороне улицы. Идите на правой стороне улицы. Так они говорят. Auf der rechten Straßenseite, auf den linken Straßenseite. Да? Rechten, давайте напишу linken. Тут понятно, да? Das здание находится на левой стороне улицы. Das Gebäude liegt auf der linken Straßenseite. То есть находиться что-то статично auf der и Straßenseite, да? И также идти по тоже auf der Straßenseite. До конца, например, идти до конца улицы. Bis zum Ende. Выражение запоминаем. Без цим Идите по этой улице до конца. Эм, смотрите. По улице. Вот давайте здесь вот внизу напишем. По улице. В зависимости от контекста. По улице можно сказать по-разному. Если отдельно по улице, то будет дух диштрасы. Без особого контекста. Дух диштрасы. И гея Я иду по улице. Да? Дурих требует аккузатив. Это предлог, который э, входит в перечень предлогов, которые после себя автоматически, без всяких вопросов, требуют требует после себя акузатив, Поэтому ди в акузативе ди так и остается. Ду Это если нет контекста. Ду у нас было перед этим слайд, там, где мы говорили, что подниматься по улице. Подниматься по улице. Если подниматься или спускаться по улице, то дурь нам не нужно. Мы говорим просто подниматься и улица, или спускаться улица. Помните, да? Вот такой нюанс. Хотя я могу сказать, что в разговорной речи можно э, увидеть оба варианта. Например, э, можно увидеть оба варианта и можно просто вот э, идите по этой улице, можно увидеть не как Гензи Дух Дизе а просто Гензи Дизе Идите эта улица. Имейте в виду эти два варианта гензи Sie Гензи Дух дизештрасы. Это два одинаковых верных варианта. Что касается предлога дурь. У него будут, могут быть следующие значения. По, как мы уже, да, вот по улице, например, по парку, и также через. Я вам сейчас покажу в контексте, что это могут быть очень похожие по смыслу глаголы. Но, если сравнивать, мы сейчас проведем сравнение, дурь и юба предлог. Один, эти оба предлога, дурь и юба, обозначают через, но в разных контекстах значения. Дурь имеется в виду движение вдоль длинного пространства, как правило, подчеркну, как правило, это не железное правило, но в большинстве случаев движение вдоль длинного пространства часто внутри помещения, туннеля какого-нибудь и так далее. То есть, если у вас по бокам есть какие-то э, заграждающие какие-то вещи, да, там не по открытому пространству через, да, а именно что-то э, есть у вас по бокам. Вам нужно пройти через парк. Змиссендухденпагейн. Сложно сказать, можно ли рассматривать парк как что-то. Если вы идете по парку, что-то есть у вас по бокам или нет? Может быть, а может и не быть, правда? Поэтому парк и улица. С улицей тоже достаточно неоднозначная ситуация. Можете идти по улице, когда по бокам там дома есть. Как такой вот узкая улица, и с двух сторон дома, да? А бывают улицы, когда нет домов. Поэтому что мы делаем? Запоминаем с дурь два обязательных как бы варианта. По улице и по парку. Durch die Straße, durch den Park. Остальные варианты мы применяем вот этот вот принцип а, вдоль длинного пространства часто внутри помещения туннеля идите по этой улице и в конце найдете гостиницу Гейнзи Дух Диза Штрассе унд ам энде финдэнзи дас хотель ам энде в конце до конца бисцум энде финдэнзи дас хотель давайте посмотрим там, где туннель, да, подземный переход можно считать туннелем. Здесь можете перейти через подземный переход. Hier können Sie durch die gehen. Это вот достаточно такой классический случай, там, где мы должны обязательно применить durch. Unterführung. Да, обычно это такой э, такое длинное, ну, все ходили по подземному переходу, поэтому не буду объяснять, что такое подземный переход. Хорошо, теперь давайте посмотрим другой предлог, который тоже обозначает через. Это UBA. Значит, «юба» здесь через, как часто, через открытое пространство в значении пересечения. Например, вам нужно здесь перейти через дорогу. Змеслен хия и бадиштуаса Через, вот здесь мы пересекаем. И бадиштуаса гейн пройдите через эту площадь. Gehen Sie über diesen Platz. Площади, в принципе, как правило, открытое пространство, да, поэтому über diesen Platz. Это, э, это площадь, Дизер Platz, ставим в и получается Дизен Platz. Да, то есть мы здесь вот über акузатив. Хорошо. Дальше идем. Предлог вдоль, entlang, entlang ставится как правило перед, э, то есть после существительного. Может быть, кстати, и перед. И так и так применяется. Мы будем рассматривать вариант, когда entlang ставится после существительного. Окей. Okay. Uh, schon sie mal das erste Beispiel мы шли вдоль Линденштрассе. Wir sind Линден, entlang gegangen. Это прошедшее время. Шли. Вспомогательный глагол здесь sind, потому что идти это движение. Да? Ну, то есть вспомогательный глагол sein в форме sind. Wir sind gegangen. Мы шли. И смотрите, вдоль Линденштрассе. В русском языке вдоль сначала идет, а потом уже чего именно уточняется. В немецком языке часто бывает наоборот. Линденштрассе entlang, то есть вдоль ставится после того существительно вдоль которого мы идем. Вам нужно пройти вдоль этого здания. Sie müssen dieses Gebäude gehen". Оно как бы слепляется. Dieses Gebäude Вдоль этого здания. То есть не нужно разделять. Sie müssen dieses Gebäude это будет, конечно, понятно, но лучше как бы одной смысловой такой вот фразы говорить. Dieses Gebäude entlang, Linnenstraße entlang и так далее. И смотрите, то, вдоль чего мы идем, это существительное мы ставим в аккузатив. Аккузатив. Давайте здесь поставим аккузатив. Доль чего-либо. Давайте еще какой-нибудь пример. Например, Побережье, вдоль побережья. Да, мы, там, мы там едем на машине вдоль побережья. Побережье у нас будет декюсты. Как вы скажете, мы едем. Вдоль побережья. Wir fahren die Küste entlang. Wir fahren die Küste Есть. Значит, давайте еще один вариант. Эм, пляж. Вдоль пляжа. Пляж. У нас будет... Der Strand der Strand. Значит, ставим der Strand в аккузатив. Мы гуляем вдоль пляжа, давайте скажем. Гулять у нас будет spazieren gehen. Мы гуляем вдоль пляжа. Wir gehen den Strand entlang spazieren еще раз самостоятельно. Wir gehen den Strand Есть. Принцип понятен. Идем дальше. Теперь давайте рассмотрим глагол идти мимо чего-либо. Vorbeigehen. И мимо того, чего мы идем, предлог an и потом сам а, объект. For by, у нас приставочка отделяем, она отделяется, если глагол в предложении один. For идет в конец. Давайте на примере посмотрим. Вы пройдете мимо гостиницы и сразу увидите ресторан. Sie an einem Hotel vorbei. Вы пойдете, переводится как пройдете мимо. The gain an einem Hotel vorbei. Мимо чего мы идем? Мимо гостиницы. Значит, как мы это оформляем? An плюс датив. Какая-то гостиница? Ein Hotel. Ein в датив будет einem. An einem Hotel vorbei. Это конец смысловой части. For by не должно ставить. Ну, здесь не нужно в самый конец ставить for by, Потому что здесь у нас две как бы смысловые части. Вы придете мимо гостиницы, а потом вы сразу видите ресторан. Uh, for buy поставили здесь. Und gleich sehen Sie ein Restaurant. Сразу увидите вы ресторан. окей, uh, okay. если в прошедшем времени вы уже прошли мимо магазина, возвращайтесь назад. Sie sind schon an dem Laden Kehren Sie zurück. Здесь магазин у нас как der Laden, маленький магазинчик, der Laden. И поэтому мы ставим der Laden в датив. Получается dem Laden, an dem Laden. И um, for by у нас третья форма, for by gegangen. То есть в основе здесь gain глагол. И три формы gain у нас будет gain, ging, геганген. Нас интересует третья форма геганген. Мы ее и берем. И потом не забываем, отделяем приставку к вот этой форме геганген. Получается фобай геганген. Хорошо. Возвращайтесь назад. Керен зи цюрюк. Керен зи цюрюк. Ода ком зи цюрюк. Цюрюк Ода Возвращаться. И так и так можно. Керен зи цюрюк. Есть. Пример, давайте какой-нибудь. Например, вы пройдете мимо церкви. Как будет церковь? И, давайте скажем, вы пройдете мимо церкви. Это хоть и будущее время, но мы скажем обычным настоящим временем. Итак. Згаин адеакиха фобай. Згин фобай. Смотрите. Если это какая-то конкретная церковь, и еще говорят название, то можно с определенным артиклем. ан андеа. The... Uh, и какая-нибудь там Марин Кирхе. Если просто без названия церковь, которую вы первый раз слышите просто как объект, мимо которого вы проходите, то можно с неопределенным артиклем. Згина ан айнер Вот так. Я думаю, принцип вам понятен. Мимо того, чего проходим, ан, потом в этот объект. Главное помнить род объекта. Да? И как изменяется артикль существительно в падежах. Напротив, гиганюба. У нас уже был этот предлог. Еще раз мы его проработаем. Магазин находится напротив рынка. Das Geschäft oder ein kleines Geschäft heißt der Laden. Der Laden liegt gegenüber dem Markt. Markt у нас мужского рода. Der в датеве получается, dem. Gegenüber dem макт. Напротив моего дома находится стоянка. Гигенюба майнем хаус ликт Мой дом майн хаус. Если просто дом, то дас хаус. Ставим в датив будет дем хаус. эм, да? Две последние буквы. Эти же буквы у нас переходят на притяжательное местоимение мой my name house хорошо дальше идем давайте рассмотрим направление движения да я уже вам говорил что на рейт снах links то да, направо налево да и в предыдущем уроке у нас было Прямо. Да, я сегодня говорил в начале урока вот это слово, которое я говорил. Прямо. Гигадаус. Гигадаус. Aus, aus. Вариант может быть еще директ. Di директ. Значит, сначала идите прямо, потом направо. Гензицуас Гигадаус, дан rechts. Цуэст сначала, дан потом здесь все понятно. Теперь давайте разберемся с такими предлогами, как к и до. По сути, они практически обозначают одно и то же. к у нас цу, а до бис отдельно. Но что касается до каких-либо объектов, практически всегда говорится бис то есть двойной ну, такой двойной можем сказать предлог да чтобы мы лучше понимали То есть, ну, по сути это не двойной предлог а просто э, ставится два предлога рядом бис цу причем э, важная деталь что без сам по себе до он э, управляет глаголом акузатив но если после него стоит еще цу а цу управляет датив мы равняемся по последнему предлогу, по цу. То есть последующая существительность, которая идет, будет стоять в датив, не в акузатив. Отдельно без применяется без цу. В таких случаях, как, например, дни недели, там, до понедельника, без монтаг, без динстак и так далее. До завтра. Без До скорого. Без Вот в таких выражениях без применяется отдельно. Но если, еще раз повторюсь, что если мы говорим о каком-то объекте, то есть я, мне нужно добраться до какого-то объекта, например, да, или я еду до, до какого-то объекта, как правило, у нас бисцу, то есть два этих предлога стоят рядом. Езжайте к вокзалу. Fahren Sie Но езжайте к вокзалу. Ну, по сути, смотрите. К вокзалу. Это то же самое, что до вокзала. Идите до остановки. Gehen Sie bis Здесь еще к ЦУ. Да, мы должны поставить артикль последующего существительного. Это вот так вот, да? Bis zu der Haltestelle. Остановка die Haltestelle. Zu требует датив. Die в дате будет der. Zu der, сокращенно цур. Да? Привыкайте к этим сокращенным э, формам. И что я хотел здесь сказать? Что очень часто... Э, да, то есть ситуации, когда по сути разницы нету к и в до. Посмотрите вот на вот последнее предложение. Идите до остановки. Раз. А если мы скажем идите к остановке. Значение как-то поменяется. И так, и так и так будет понятно, что вам сказали вот, идти до определенного объекта остановки. Что я хочу этим сказать? Я хочу сказать, что можно применить и цу, и без цу. И так, и так будет правильно. То есть, э, если вы скажете, идите э, до остановки, можно сказать, гензи без цур, хальтештеле, а можно сказать, без без, просто с цу, да, вот первый вариант. Гензи цу, хальтештеле. Это два э, абсолютно нормальных варианта. И тот, и другой будет правильно. Применяется то такой, то такой вариант. То есть применяйте один из этих вариантов, и он будет правильным. Давайте несколько примеров. Идите до супермаркета. Идите до супермаркета. Давайте сами скажем. Гензи Цудем Супермакт. Гензи Цудем Супермакт, сокращенно Цум Супермакт. Гензи Цум Супермакт, да? С большой буквы. Как вежливая форма. Но также мы можем сказать... Гензи без... bis зупа макт Гензи без сум зупа И первый вариант, и второй правильно. Хорошо. Ну, в принципе, здесь особо нечего рассказывать. Любой объект ставите или цу, или к бисцу. Идем дальше. Посмотрите еще один момент, который я хотел бы сказать. Иногда направление, я бы сказал, не очень такие и редко, иногда бывает, что направление показывает с помощью предлога auf. На, например, перейдите на другую сторону улицы. Да? Вроде как направление движения. Вот иногда бывает, что auf. Например, gehen Sie auf andere На другую сторону улицы. Здесь акузатив. Куда? То есть другая uh, сторона улицы, да? У нас будет D. штахас Да? Но у нас другая, да? Дело в том, что начальная форма другой, да? У нас будет Ада. Under это такое слово, которое заменяет артикль. Если оно стоит перед существительным, артикль пропадает. Нам он уже не нужен. Почему? Потому что вот это слово другой уже может само по себе показывать род последующего существительного. Каким образом оно просто берет на себя окончание артикля. Вот это under, берет на себя окончание артикля e. Э, и получается under the Это другая сторона улицы. D уже нам не нужно. Хорошо. Такой грамматический момент. Значит, переходить на другую сторону улицу. Переходить, по сути, да, это просто идти. Идти на другую сторону улицы. гензи Sie auf andere Strasseite. Идите на другую сторону улицы, это и будет переходить. Конечно же есть отдельное слово переходить, убагей, например, но нам здесь не нужно оно. Здесь нам не нужно убагей. Здесь просто применяем глагол gain. Объекты ориентации, да? Например, светофор. Например, идите до светофора, а потом уже направо, налево, прямо и так далее. Светофор, the Ampel, the Ampel. На светофоре будет an der Ampel, an На светофоре сверните направо. An der Ampel biegen Sie nach rechts. И еще ап, конечно же. An der Ampel biegen Sie nach rechts, up. Up biegen, да? Хорошо. Идите до светофора, потом налево. Гензия бисцур ампель, да, нахлинкс. Видите, до светофора, до отдельно будет без. Но я вам говорил, что если мы передвигаемся до какого-то объекта, то будет не просто без, а бисцу. Вот у нас бисцу и плюс R показывает, что это датив вот этого существительного. Бисцур ампель без да? Хорошо. Значит, «die Ampel. светофор, на светофоре «and Окей, следующий объект ориентации будет «перекресток». Так же, как и со светофором, ну сам перекресток будет «die Kreuzung». А, как и со светофором, на перекрестке будет «and der Koizung. То есть, на светофоре «and der» Ампель на перекрестке Андеакройцунг. На перекрестке сверните направо. Андеакройцунг бигин зинах рейхц ап. Понятно, да? Кройц – это крест. Кройцунг а, – перекресток. Есть. А, давайте еще раз проговорим. Вернее, вот Последнее у нас уже было. И первое у нас новое. Пешеходный переход, который на земле. да, Не под землей, а на земле. Наземный. Der Zebrastreifen. Zebrastreifen. Как зебра. да, Иногда мы пешеход называем зеброй. Так вот, цебра это и есть зебра. Цебра не з, а ц. Цебраштрайфен. Der Zebrastreifen. Штрайфен это полосы. Полосы зебры, да? Это пешеходный переход. По пешеходному переходу über den Zebrastreifen. Помните? Über, через, когда открытое пространство. Или пересечение. Вот у нас достаточно хорошо показывает на этом примере. Über den Zebrastreifen. Пешеходный переход под землей, да, под Я уже вам говорил, die Unterführung. Unterführung. Здесь, например, через подземный переход, через уже будет не юбар, а durch, потому что это закрытое пространство. Durch. Аккузатив. Durch die Unterführung. И там, и там будет акузатив юбар и durch. Здесь мужской род. Den, да, здесь женский. Die так и остается. Хорошо. Это основные вещи, которые я хотел объяснить по ориентации и теперь мы попрактикуемся по э, картинкам, да, и будем перемещаться от одного объекта к другому. Окей, посмотрите на эту картинку и здесь вот разные объекты. Краузенштрассе, да, так так и переводится Краузенштрассе улица, да. Дейхалбандхоф, центральный вокзал, остановка такси, такси. The Park, парк, да, Макдональдс, ресторан, апотеки, ди апотеки, das ресторан. Другая улица, u Убан, да, это у нас метро, да, и die Bushaltestelle, остановка автобуса. Хорошо, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать следующее. Нам нужно э, из центрального вокзала выйти на Краузенштрассе, да, вот отсюда выйти сюда, потом пройти до конца Краузенштрассе. и перейти по э, наземному переходу вот сюда, потом пройтись по парку. Потом по Вальценштрассе, по правой стороне, да? Вот так вот пойти. Мимо Макдональдса, ресторана, аптеки. Перейти опять-таки по наземному переходу и попасть а, в метро. Да, вот наша цель, метро. Хорошо. А, давайте это изобразим это примерно в следующем формате. Например, вы рассказываете человеку. Вы рассказываете человеку, что вы должны выйти из вокзала и пойти и свернуть направо. Да? Вот, вышли, свернуть направо, идти по Краузенштрассе. И так далее. Давайте вот по предложению. Выходите, например, вот человек спросил, вас э, или да вот вас вас спросил внутри вокзала извините как мне попасть к метро да вы говорите, выходите из вокзала сворачивайте направо окей выходите из вокзала как будет то есть вам просто нужно сказать идите из вокзала да идите из вокзала из будет аус, да и давайте скажем, идите из вокзала. Гейнзи аус дэм гензи Гейнзи аус Потом сверните направо. Сворачивать. Абиген, да? Потом сверните направо повелительная форма. Dann biegen Sie nach rechts ab. Все предложение. Выйдите из вокзала, потом сверните направо. Gehen Sie aus dem Hauptbahnhof und dann gehen Sie Dann biegen Sie, Entschuldigung, dann biegen Sie nach rechts ab. Потом, äh, да, сверните направо. Dann biegen Sie nach rechts ab. Есть? Хорошо. Что вам нужно дальше сделать? Дальше мы переходим через наземный переход. Потом. А, ну давайте еще скажем про эту улицу. Идите по Краузенштрассе. Ну, пускай здесь она заканчивается. Да? Пускай она здесь заканчивается. Скажите, идите по Краузенштрассе до конца. Гензи Дурх по Краузенштрассе. гензи дух Краузенштрассе до конца. bis zum энде. Все предложение еще раз. Гензи дух Краузенштрассе bis zum энде. Сейчас вам может показаться, что это достаточно тяжело сказать, но не переживайте, мы много раз повторим все эти вещи, у вас они будут на автомате. Значит, переходим через наземный переход, через зебру. Потом перейдите через наземный переход. Идите через, да? Перейдите, это просто идите через. Это открытое пространство, пересечение, значит, какой предлог через будет? Иба, иба. Итак, возможно, вы забыли, как будет наземный переход полоски зебры дословно. Цебра штрайфен. Да, цебра штрайфен. Итак, переходите через наземный переход. Гензи э, über den zebra штрайфен. Гензи über den zebra штрайфен. Есть? Теперь нам нужно сказать на другую сторону улицы. Да, все предложение звучит как Переходите по наземному переходу на другую сторону улицы. На другую сторону улицы. На, так и будет. Auf и другая сторона улицы в акузатив. Куда, да? Auf andere Straßenseite. Auf andere Straßenseite. Окей, okay, есть? Попробуйте сами. Не смотрите на презентацию. Скажите, переходите по наземному переходу на другую сторону улицы. Геенси, убердэн цебра стрейфен, аф андэр страсен сейтэ. Ночемал. Геенси убердэн аф андэр Окей, хорошо перешли. Ähm, потом идите по парку. Потом идите по парку. Помните два у нас, ну можно сказать исключения по, по улице и по парку. дурь дурь Парк у нас д Парк, и по парку будет Дурх Ден Парк. Потом идите по парку. Dann gehen Sie durch den Park. Может быть название какое-то, да? Dann gehen Sie durch den Park. А, вот вы уходите из парка, сворачиваете направо. Потом сверните направо. dann biegen Sie nach rechts ab. Dann biegen Sie nach rechts ab. Dann biegen Sie nach rechts ab. Угу. Идите по Вальценштрассе. Gehen Sie durch Вальцен-Страссе. Эм, теперь нужно сказать, что вы пройдете мимо Макдональдса, ресторана и аптеки давайте два объекта возьмем. Мимо Макдональдса и ресторана. Макдональдс среднего рода. Das Макдональдс. Ресторан тоже среднего рода. Das Restaurant. Значит, вы пройдете мимо Макдональдса и ресторана. Вспоминайте, как будет идти мимо чего-либо. gain an Dativ потом вы пройдете мимо Макдональдса и ресторана. Дангензи. Ан дем Макдональдс и айнем ресторан фобай. Еще раз. Дангензи ан дем Макдональдс и айнем ресторан фобай. Еще раз для закрепления. Дан gehen Sie Ан Д. Макдональдс, und Айнем ресторан, Фабай. Помните, да? Мимо того, чего идем, Ан Датив. McDonald's можно, в принципе, даже с dem опустить. Ан Макдональдс, und Айнем ресторан. Какой-то ресторан. Еще один, да? Возле Макдональдса, Фабай. Хорошо. Возле аптеки перейдите по наземному переходу на другую сторону улицы возле аптеки. Возле, как будет. Neben. Вопрос где? Значит, die Apotheke. Женский род аптека. Die Apotheke ставим в датив. Neben der Apotheke. Перейдите на другую сторону улицу. Давайте так. Gehen Sie auf die andere Straßenseite. перекиньте auf die andere Straßenseite. По можно добавить по наземному переходу. Über den Zebrastreifen. Über den Zebrastreifen. Есть? Сами скажите, не подсматривая возле аптеки, э, перейдите на другую сторону улицы по наземному переходу. Neben der Apotheke gehen Sie auf die andere Straßenseite über, de, über den Zebrastreifen. Mm -hmm. Отлично. Там найдете метро. Находить как будет? Finden, finden там найдете метро. Да, там, да, или dort тоже можно, dort или да. Да, Финдензи Sie Да, finden Sie Да, finden Sie Есть, да? Видите, особо ничего сложного нет. Хорошо. Дальше, смотрите карту. Итак, что нам нужно сделать? Откуда, куда добраться? От офисного здания, вот отсюда. Давайте, ну давайте пройдем так, так, до. Пускай будет Макдональдс, да? Давайте до Макдональдса дойдем. Вот по вот этой вот стороне идем, да, до наземного перехода. Переходим здесь. А, заворачиваем за угол, да. И здесь видим Макдональдс. Хорошо. Окей, The Stein Here дем офис гибойда я он зафаандр меньше и bad один век zum макдональдс я ja. вы стоите возле офисного здания офис гибойда и спрашиваете путь ä, о пути до да, к макдональдсу что вам говорят а, вам скажут, что идите вдоль ляipцига штрасса Идите, пускай будет вдоль Лейпсигер-страсса. Окей. Гензи Лейпсигер-страсса эн-Ланг. Гензи Или идите прямо, да, идите прямо по Лейпсигер-страсса. Гензи Градаус. Душ лейпсигер штрасс есть. Пройдите мимо. Идите по этой стороне улицы, да? Вот вам не нужно переходить на другую. Идите по этой стороне улицы, как вы скажете? Помните, у нас было: идите по правой стороне, по левой. По в данном случае у нас было как на. Попробуйте сказать: идите по этой стороне улицы. Gehen Sie auf dieser auf dieser Straßenseite. Gehen Sie auf dieser Straßenseite. Хорошо, пускай будет вариант. Идите по правой стороне Sie auf der linken Stra äh, gehen Sie auf der rechten Straßenseite. Gehen Sie auf der rechten Straßenseite. Есть Вы пройдете мимо театра и музея. Даже э, ну, мимо музея мы не пройдем, а вот рядом, да, здесь перейдем. Поэтому просто мимо театра, давайте скажем. Вы пройдете мимо театра. Здесь какой-то неопределенный театр, поэтому с неопределенным артиклем. Gehen Sie an einem Theater vorbei сами. gehen Sie an einem есть. и давайте скажем возле музея. потом увидите музей. потом увидите музей. возле музея перейдете на другую сторону улицы. потом увидите музей. Дан. sehen Sie ein, да? средний род. Dann sehen Sie ein Museum. Dann sehen Sie ein Museum. Есть? Перейдите на другую сторону улицы. Gehen Sie auf die andere Straßenseite. Еще раз. Gehen Sie auf die andere Straßenseite. по наземному переходу. Über den Zebrastreifen. Über den Есть. Потом заверните за угол. Помните, как будет за угол? Um die Ecke. Um die Ecke. Потом поверните за угол. Dann biegen Sie um die Ecke ab. Dann biegen Sie um die Ecke Ну, давайте предположим, что вот этот вот Das Wagenhaus, да, но это универмаг можно перевести, универмаг. он достаточно большой, да, это расстояние. И, то есть, что человек сразу не увидит Макдональдс. Давайте скажем, что идите вдоль, хотя, ну, здесь вдоль, наверное, вот так лучше было бы. Но пускай будет а, здесь большое расстояние. Идите вдоль универмага. Идите вдоль универмага. Скажите. Гейнзи Sie an einem Warenhaus vorbei? Геензь ан анем варнхаус фоу И потом найдите Макдональдс. Ундан, финзь ан Макдональдс. Макдональдс. Идите мимо äh, Ньюармага, потом найдете Макдональдс. Геензь ан анем варнхаус фоу бай. Макдональдс. Есть, да? Хорошо, вот таким образом мы дошли. Теперь давайте, это же карта, и дойдем... Дойдем... Так, сейчас, сейчас, сейчас. Давайте до стадиона. Давайте до стадиона мы будем идти от того же офисного здания. Да, тоже офисное здание. Мы это, смотрите, вот эти вот черные линии это подземный переход. Это подземный переход. Мы вот так вот перейдем, потом вот сюда, за угол, свернем. Это получается. Направо, да? Потом давайте. Вот так человек пройдет. Перейдет на другую сторону улицы. Пойдет по улице Хохвек. По улице Хохвек. И завернет сюда вот за угол и увидит стадион. Вот таким образом. Хорошо. Окей. А как бы вы спросили, как мне добраться до стадиона? Как мне добраться возле стадиона? Да, до стадиона, извиняюсь. Как мне добраться до стадиона? Посмотрите, я здесь исправил, да? Да, стадион. Да, стадион. У нас уже было, да, в теме про здоровье. Да, стадион. Как мне добраться до стадиона? Окей, okay? скажите. Вика, мой битэцум, стадион. Wie их бите zum стадион. Есть первый вариант. Zu стадион у нас das стадион и мы ставим das в дате будет dem стадион. Сокращенно zum стадион, да? стадион. Также можно сказать с глаголом erreichen. Wie erreiche ich бите Das Stadion. Какой-то конкретный, да? Das Stadion. Хорошо, а что вам говорят? Вам говорят, э, перейдите по подземному переходу. Uh -huh. Давайте. Как бы подземный переход. Die Unterführung. Идите по подземному переходу. Gehen Sie durch die Unterführung. Гензидунта Фюгунг. Окей. На другой стороне улицы сверните. А, идите направо. Вот, если лицом, да, вот к этому зданию. Это будет направо. На другой стороне улицы идите направо. Смотрите, другая сторона улицы. Здесь может быть согласование вам не очень легко. Давайте сначала напишем другая сторона улицы. Давайте с определенным артиклем. The andere Straßenseite, да? На другой стороне улицы. Auf, правильно? Вопрос, где, да? Предлог auf, предлог in, еще ряд предлогов, они требуют вопрос где и куда. Самые основные in и auf, также an. In auf самые основные, запоминайте. Так вот auf на другой стороне это значит где, значит die нам нужно поставить в датив. Получается dia. А в датив какое окончание у прилагательных? Другой это прилагательное. Помните? У прилагательных в генитив, в датив, во всех падежах, неважно, какой артикль стоит перед ними, везде окончание «э «эн». «Андерен». «Ав де андерен штрассен зайт». «На другой стороне улицы». «На другой стороне улицы идите на...» Не сворачивайте, просто идите налево. О, направо. Это направо будет. А в другой стране за это гензи Заверните. Заверните налево. Бигензи на links ап Окей. Бигензи на хлинкс-ап. Потом äh, пройдите. Пускай вот это вот расстояние будет 100 метров пройдите 100 метров по lindenau straße und dann gehen sie 100 meter durch lau straße еще раз самостоятельно und dann gehen sie 100 meter durch lindenau straße угу. смотрите Окей, okay, хорошо, что мы здесь делаем. Мы переходим на другую сторону улицы. Переходите потом на другую сторону улицы. Dann gehen Sie ди die andere Straßenseite. Уже куда? Auf die. Dann gehen Sie auf die andere Хорошо, еще одна карта. И я думаю, что на этой карте вы уже быстро доберетесь куда вам нужно. Опять-таки вы возле офисного здания. Да? Значит, вы находитесь здесь. Окей. Бюрогебойде. Даск Бюрогебойде. Потом идете по Линденау Да? До Макдональдса. Потом переходите по наземному переходу. Да? Здесь находится компания Bosch. Потом. Ваша цель – Deutsche Botschaft, немецкое посольство. Значит, потом по Steigweg идете, мимо немецкого собора, Deutsche Dom, дом – это собор, да. Потом заворачиваете налево и по подземному переходе, переходу на другую сторону улицы. Хорошо, Теперь мимо Макдональдса проходите Макдональдс и здесь находите немецкое посольство. Вот такая вот э, дорога. Хорошо. Давайте попробуем. Идите по линденау штрассе до Макдональдса. Давайте сначала вопрос. Как мне добраться до немецкого посольства? Эта фраза очень важна. Как мне добраться до немецкого посольства? Wie komme ich bitte zur deutschen Botschaft? Wie komme ich bitte zur deutschen Botschaft? Разберем. Да, вот такой вопрос. Почему здесь вот эти вот окончания такие странные? Смотрите, что мы должны здесь видеть. Для того, чтобы правильно нам согласовать, мы должны посмотреть на вот этого вот Deutsche Botschaft. Что «э» окончание может быть у прилагательного. Когда последующая существительность или женского рода, или это существительно во множественном числе. Ну, так я вам сказал, что посольство — это «оно» одно, соответственно, это женский род. Deutsche. Соответственно, die Botschaft, да? И нам нужно добраться до немецкого посольства. До, в данном случае у нас zu. Или бисцу, неважно. Мы взяли zu. Zu требует какого падежа? Датив. Поэтому die Botschaft, die Deutsche Botschaft, die ставим в датив, будет der ЦУ ДЕА, сокращенно ЦУР. ЦУ ДЕА, а потом немецкий будет как прилагательное. В дативе, да, у нас окончание ЭН у прилагательных. Вот такой разбор. Викома их битет ЦУ ДЕА Дойчен Ботшафт. Второй вариант, как это можно сказать, Значит, второй вариант, как можно сказать, кроме глагола common, да, erreichen, да. Как будет звучать эта фраза с райхен? Wie erreiche ich bitte, die, можно ди, можно просто deutsche. Wie erreiche ich bitte deutsche Botschaft? Есть, да? Хорошо, вам говорят, идите по линденау до Макдональдса. Гейнзе дурх Линденаустрасе бис цум Макдональдс. Нох энмаль. Гейнзе дурх Линденаустрасе бис zum Макдональдс. Есть? Хорошо. Uh, у Макдональдса перейдите по зебре на другую сторону улицы. У Макдональдса это возле, правильно? У Макдональдса это возле. Итак, возле Макдональдса. Можете не говорить ⁇ Артикль ⁇ Это такое, ну, достаточно интернациональное слово, поэтому э название каких-то фирм, которые очень известны, ⁇ Артикль ⁇ можно не ставить. Возле Макдональдса. ⁇ neben Макдональдс ⁇.⁇ neben Макдональдс ⁇ да? ⁇ Макдональдс ⁇ перейдите на другую сторону улицы по наземному переходу. На другую сторону улицу. Gehen Sie auf die andere Straßenseite по наземному переходу. Über den Zebrastreifen. Самостоятельно. Neben McDonald's gehen Sie auf die andere Straßenseite über den Есть, да? Хорошо. Пускай здесь будет... Äh, пускай здесь будет светофор. Это перекресток такой, да? Дальше туда улица идет. Это светофор. На светофоре сверните налево. Ну, здесь хотя бы мы достаточно прямо идем. Ну, пускай это будет вот так. Вы упираетесь, а потом вот поворачиваете налево. Потом сверните на светофоре, сверните налево. Under Ample. Сверните налево. Begin nach links up. Under Ample begin nach links up. Есть, хорошо. Ähm, на другой стороне улицы увидите большое здание Bosch. На другой стороне улицы auf der anderen Straßenseite увидите Zinzi большое здание, как здание будет das Gebäude большое здание с непредельным артиклем. Ein großes Gebäude Bosch. Сам, äh, с самого начала самостоятельно на другой стороне улицы увидите большое здание Bosch. Auf der anderen Straßenseite äh, sehen Sie ein großes Gebäude Bosch. Есть, да. А, потом идите по Штайгвек. Дангензи дурь Штайгвейк. Это как по улице, дух Дишта, Дух Штайгвек и другое название, которое не похоже на улицу. Ну, в основном очень много названий с ВЭК. Это как дорога век, но это название на ней не переводится. Штайгвек, так и будет. Дан Гейнзи Дуль А пускай это будет, знаете что, пускай это будет спуск. Потом спуститесь по век. Эм, как бы спускаться, вспоминайте. С глаголом гейн. Дан Гейнзи Штайквек Хин-Ап. Дан Гейнзи Штайквек Хин-Ап. Есть? Помните, если спускаться или подниматься, у нас предлог не нужен. фин финап. Хорошо. Идите мимо немецкого собора. Смотрите. Обращаю внимание на... Смотрите, окончание Р. Er, дойчер. У нас было Дойче. Окончание женского рода. Значит, ботшафт женского рода. А если дойчер... Потом дом, значит это э, существительно какого рода мужского дойчер дом. Соответственно вам нужно, э, вам нужно сделать следующее. Это будет как der Deutsche дом. Вот такая форма первоначальная дойче. Да, Deutsche дом. Иногда просто пропадает этот артикль, в названиях особенно, и «er» переносится на прилагательно, немецкий «deutscher». Если нужно согласовать, берем вот такую полную форму. Потом идите мимо немецкого собора. Дангензи sie an dem Deutschen Dom vorbei». Noch einmal und selbst. Dann gehen Sie an dem Deutschen Dom vorbei. Okay. do steig weg. Dann gehen Sie bis zum Ende von. Äh, bis zum Ende von Steigweg. Dann gehen Sie bis Есть? Угу. Хорошо. Потом, как мы вам скажем, что вот здесь другая улица. Потом вы достигнете, дойдете до Leipziger Давайте скажем, потом вы дойдете до Leipziger доходить, да, добираться, доходить, какой глагол? Два глагола, вернее. Давайте возьмем erreichen. Dann erreichen Sie Leipziger Straße. Dann erreichen Sie Leipziger Straße. Есть? erreichen аккузатив, да? Leipziger Straße здесь в аккузативе. <coughs> Заверните на лево, заверните налево. Beginze nach links ab. перейдите по подземному переходу. гензи durch die Unterführung. Beginze durch die Unterführung. На другую сторону улицы. Auf die andere Straßenseite. На другой стороне улицы найдете Макдональдс. Авдеа, адрен, страсен, сайта, финнзи, Макдональдс. Еще раз, самостоятельно. Авдеа, адрен, страсен, сайта, финнзи, Макдональдс. Есть? Хорошо. Эм. Так, сейчас как мы обыграем это? Ну вот... Давайте скажем сразу после Макдональдса. Сразу после Макдональдса вы увидите немецкое посольство. Давайте так скажем. Сразу после Макдональдса. Вспоминайте, как будет сразу. У нас много раз это было слово. Глейх. Глейх. Сразу после Макдональдса. Uh, у Макдональдса не берите артикль, вообще без артикля. Как будет после? Нах. Нах. Итак, сразу после Макдональдса. Gleich nach Макдональдс вы увидите немецкое посольство. Sehen Sie Deutsche Botschaft. Все предложение. Gleich nach Макдональдс sehen Sie Deutsche Wirtschaft. А если найдете Финдензи, Deutsche Botschaft. Okay. schauen Окей. Шаунзималь. Посмотрите. Есть, да? Хорошо, отлично. Uh, я уверен, что, ну, наверное, больше половины, так точно, фраз, которые мы здесь говорили, вы проработали. Uh, наверное, процентов 80. Должно, uh, в хорошем uh, случае, вы должны запомнить процентов 80. Сто процентов сложно запомнить. Я понимаю. Запомнили все? Супер, отлично. Но, скажем так, если запомнили, ну, пускай будет 70-80 процентов, это уже хорошо. Если меньше, то еще раз прогоните эти описания, да, пути и потренируйтесь. Чтобы у вас большинство фраз вылетали на автомате. Хорошо, на этом э, эта часть урока закончена и встретимся в другой части.